Всем доброго времени суток! Меня зовут Леся и я рада видеть вас на своем канале. В данном видео мы будем с вами вязать шапочку спицами на возраст 0,3 месяца. У меня вот такая пряжа, это бренд Astra, называется джинс. 135 метров на 50 грамм, 48 хлопка, 52 акрила. Пряжа очень мягкая и подходит для вязания всего. Также у меня вот такие спицы от Hobby Pro 3 мм 80 сантиметров. Такие металлические круговые спицы. Мне не понравились тем, что у них зогнутая душка. На спицы набираем 60 петель обычным способом. 60 петель. Нравится мне на круговых спицах вязать, потому что их можно и с собой брать, и они не мешают, ничего с них не слетает, на пол опять же не падает, правда же? То есть очень удобно. Все, и вот так мы набираем 60 петель. Вот, набрали мы с вами 60 наших петелек, все ровненькие, аккуратненькие. Вытаскиваем одну спицу и начинаем вязать. Будем вязать сейчас с вами поворотными рядами. Видите, у меня здесь вот сюда как бы косичка пошла, а здесь изнаночные. Так интересненько прям, да? Итак, первую снимаем, следующую провязываем изнаночной. Мы будем с вами вязать резинкой 1 на 1 2-2,5 сантиметров. У меня это получится ну, примерно 6-8 рядов. Будем смотреть, считать. А так нужно провязать 2-2,5 ряда. Резинкой 1 на 1. Кромочную я сняла. И начинаем вязать. Ниточку я не отрезала, оставила ее, потому что мы еще будем вязать с вами завязочки. Изнаночную провязала. Лицевую я буду вязать за заднюю стенку. Вот так. Оп, достала. А изнаночные я вяжу. За переднюю. То есть, вот как петелька на меня смотрит, так я ее и провязываю. А лицевую за вторую. И вот так я буду вязать так. И вот так. Также и с изнаночной стороны, да, у нас будет точно так же вязаться. Сейчас мы два ряда повяжем с вами. И я вам покажу: это у нас первый ряд. И вот так я буду вязать. Оп, оп. Вот он первый ряд. Встречаемся в конце ряда. Последнюю, вот эту кромочную, видите, как она у меня лежит. Я ее провяжу тоже лицевой. Это кромочная здесь не принципиально. Разворачиваем наше вязание. Понравилась мне эта пряжа, сразу вам скажу. Но об этом потом. Вот он, наш второй ряд. Видите, как он получается? И теперь здесь вяжем. Нам нужно, чтобы наши лицевые петли с изнанки и с лицевой были одинаковые. Кромочную я сняла. Изнаночную я провязываю вот таким образом. А лицевую за... Опять так. Лицевую за заднюю стеночку. Лицевую, ой, изнаночную за переднюю. А лицевую за заднюю. И так мы вяжем с вами 6-8 рядов. В зависимости от того какая у вас плотность вязания главное чтобы было два два с половиной сантиметра это уже на ваше только усмотрение встречаемся с вами через два с половиной сантиметра так мы с вами провязали резиночку у меня вышло два с половиной сантиметров 7 рядов Теперь мы будем вязать лицевую гладью. Лицевая сторона лицевые, изнаночная, изнаночные. Нам нужно провязать 24-26 рядов. Вот так где-то. В общем, от начала резинки должно быть простой гладью 10 сантиметров. 10, можете 10 с половиной связать. Главное, чтобы выдержать 10 сантиметров и чуть больше. Итак, вот он наш лицевой ряд. Кромочную снимаю. И теперь вот здесь изнаночные петли я буду провязывать за заднюю стенку, чтобы у меня был ровный лицевой ряд. Потом можно будет уже вязать так, как смотрят на вас петельки. Вот так вот. Первый лицевой ряд у нас все лицевые петли потом мы с вами еще один чепчик свяжем но уже с узором пока вяжем самый простой чтобы у вас получилось все ровненько и вы поняли принцип вязания так встречаемся с вами в конце ряда пока вяжем все лицевыми ну что мои дорогие мои хорошие продолжаем вот он наш изнаночный ряд Первую петлю мы снимаем и изнаночные петли мы вяжем за переднюю стеночку. Вот так нить перед собой и вяжем. Вот таким образом мы вяжем наш изнаночный ряд. Все. И вот таким образом нам нужно связать с вами, повторюсь, 24-26 рядов, то есть 10 сантиметров. Обязательно всю информацию продублирую и на видео для удобства, и под видео. В инфобоксе обязательно для вас всю информацию оставлю. Видите, как ровненько все получается, аккуратненько. Лично мне очень нравится. А вам пишите в комментариях. Вот мы отвязали наши 10 сантиметров. Это лицевая гладь, это изнаночная. Теперь наши 60 петель нам нужно поделить на три равные части, то есть по 20. Отсчитали 20 петель, поставили маркер. Это у нас одна сторона. Отсчитали 20 петель, поставили маркер. Это у нас серединка. Мы будем их провязывать, а вот эти две части, левую и правую, мы будем убавлять постепенно. Сейчас нам нужно провязать лицевые петли, минуя вот этот маркер. То есть убавлять мы будем в каждом ряду по две петли. Одна берется с середины, вторая с боковины. Поэтому сейчас мы довязываем до красного маркера. И вот здесь одну петлю до маркера мы оставляем. Дошли мы. Видите с вами, как получается? Вот петля. Да? Вот она. И после маркера петля. Вот их нужно сейчас провязать за задние стенки вместе. Достаем нашу петельку. Все. Теперь разворачиваем наше вязание. Мы работаем с серединой, с 20 этими петлями. То есть вот считаем, да, то есть нам надо сейчас провязать 19 петель. 4. Пять, шесть, восемь, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Видите, вот он маркер между петлями и изнаночной петлей вот эти две. Мы опять с вами вместе провязываем, разворачиваем наше вязание. И вот таким образом мы будем убавлять. То есть, здесь всегда у нас будет 20 петель, убавляются крайние. А здесь они будут убавляться. Нам нужно сделать убавок, чтобы с краю осталось по 12 петель. То есть, раз, два, три. 5 6 7 8 9 10 11 12 раз два три 4 5 6 7 по 7 петель нам нужно закрыть с обоих сторон встречаемся когда все закроем и у нас на спицах здесь останется 12 и здесь останется 12 вот что у нас с вами получается 20 в середине и по 12 с боков теперь нам нужно убрать вот здесь, в середине, равномерно по 6 петель. То есть в общей сложности 12, чтобы осталось 8. И при этом также мы будем убавлять боковые петли продолжать. Это делается для того, чтобы чепчик он был прям по головке, как бы обтекал. Вот, поэтому что? Давайте начинать наши убавочки. Как это будет выглядеть? Первую я снимаю. Следующие две я провязываю вместе вот таким образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот 15, да? И вот эту теперь, вот она, вот эта петелька, до вот этой убавочной, кромочной, скажем так. Мы ее просто, чтобы было красиво, перебрасываем на спицу. И предпоследнюю просто вот так вытаскиваем. То есть, как бы петельку одеваем на петельку. Чтобы у нас они смотрели, видите, друг на друга. Убавлять будем только в лицевом ряду. И следующие две я просто делаю убавочку. Все в изнаночном ряду в средних мы не убавляем. Провязываем, да? а боковые продолжаем убавлять чтобы у нас все было красиво аккуратно очень понравилось мне из этой пряжи вязать прям мягкая спицу не расслаивает это лирическое отступление также и спицы понравились они абсолютно на видео не стучат что для меня очень важно, потому что было много просьб, чтобы сделать так, чтобы спицы не было слышно. И теперь вот здесь вот одну берем с этой части и одну берем с спицы и тоже их убавляем. Вот так у нас с вами будет симпатично смотреться. Дальше кромочную я снимаю и вот эти две убавляем вот так подтянули обязательно подтянули и опять вяжем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать вот и 13 -ю, 14 -ю я должна брать то есть 13 я провязала и на нее одела вот эту 14 петельку. Вот так Оп. подтянула. Обязательно подтягивайте, чтобы у вас петельки были более-менее плотные. И вот эти две кромочные я тоже провязала вместе. Разворачиваю и изнаночный ряд мы делаем убавку только в конце ряда. Сейчас я еще с вами рядочек провяжу. И встретимся с вами, когда у вас останется 8 петель на спицах. В общей сложности всего должно остаться 8 петель, до которых у нас середины. Так. Так. И вот эти две я тоже закрываю. Вот так у нас получается. Вот видите, как красиво у вас будет формироваться ваша шапочка. Вот эти все убавки будут аккуратно смотреться. Опять кромочную я снимаю. Две провязываю вместе. Вот так. И дальше вяжем. Это так, так, так. Обязательно регулируйте натяжение нити во время вязания. Кстати, такие маленькие вещички это помогают сделать, то есть выработать натяжение. Опять провязала на нее петлю следующую надела. Вот так у нас получается. И следующие две я провязываю. Вместе. Вот что у нас получается. Вот смотрите, когда у вас вы убавили а, наши петли, которые внутри, то есть на середине полотна, у вас остается вот 8 петель. И вы просто дальше здесь уже не убавляете, потому что 8 они есть. Вы продолжаете убавлять ваши боковые петли. да То есть как это выглядит как всегда, кромочную снимаем. И все, и дальше вяжем. То есть у вас на серединке уже есть 8 петель. И вам просто остается убрать боковые петли. Да, то есть вот так это выглядит. То есть тем самым мы создаем наш чепчик по форме головки, головы. Следующую шапочку можем с вами, если захотите, связать какую-нибудь ажурную. Вот, видите, как у нас получается. Все, это уже, вот она, видите, шапочка, да? А это уже мы, а, как затылочную часть, вяжем. Правильно же? Вот, вот она, видите, сбоку смотрится. Но это еще не все, мы еще вяжем с вами. Встречаемся, когда на спицах останется 8 петель. После того, как у нас осталось 8 петель, нам нужно теперь провязать эту боковую часть и вот эту. Так как у нас круговые спицы, здесь все просто. С этого края я вот так разверну, чтобы мне было удобно. И наберу вот моя первая петля, да? Просто пока соберу все петельки.

и у меня вот она последняя петелечка. Я ее собрала. Теперь я разворачиваю. Мы закончили с вами на изнаночном ряду. И вот эти все краевые петельки, я просто их как бы собираю изнаночными. Но смотрите, если вы будете сразу вязать, у вас будет дырочка. Поэтому перебросили петельку, да, чтобы она вот так на вас смотрела. И за переднюю стеночку провязали изнаночную. 5 перебросили. За переднюю стеночку провязали изнаночную. И вот так мы вяжем до конца ряда только изнаночными петлями. У нас получилось. И теперь на лицевом мы сразу начинаем с вами вязать нашу резинку 1 на 1. Первую я сняла. Вот так вот. Да? вторую провязываю лицевой, потом изнаночную. 5 лицевой, изнаночной. И вот так я один на один буду вязать до этой петли. Встречаемся здесь. Вот я довязала один на один. И теперь мне нужно здесь также собрать все петли. Конечно, для этого удобнее сделать вот этой спицей. Правильно? Все, давайте набираем. Также с краешку. Вот она наша первая петля. И вот с нее я буду набирать. Удобно в эту сторону, набирайте в эту. Удобно в эту сторону, набирайте. Тут главное набрать то количество, которое вы набрали. На той стороне, скажем так, и чтобы у вас не было дырочек. Так. Здесь вот главное не ошибиться. Так, здесь у нас вот вот эта вот петля, она не считается. Вот до нее все. Также разворачиваем. А вот здесь уже эту спицу мы сразу будем вязать с вами. Аля резинка, да? Один на один. Закончили мы изнаночной, начинаем лицевой, чтобы не было дырочки. Я опять за переднюю провязала, эту перенесла за переднюю стеночку. И вот так я буду до конца ряда вязать 1 на 1. Все, встречаемся в конце ряда. Вот, мы набрали все наши петли. И теперь здесь нам нужно провязать также 6-8 рядов. То есть как вы вязали здесь. Если вы здесь провязали 6 рядов, значит и здесь мы тоже вяжем 6 таким образом если 8 то соответственно тоже 8 провязываем все вяжем самостоятельно резинкой 1 на 1 6 8 рядов все довязали мы наше количество и теперь будем эластичным способом закрывать наши петли то есть это будет как бы резиночка такая когда мы закрываем лицевую ниточку на себя сделали накид Провязали лицевую. Теперь вот этот накид мы надеваем на нашу петельку. Вот так. Опля, надели, видите. И вот эту петлю первую мы также закрываем. Сюда надеваем. Все, потянули. Обязательно подтягиваем. Изнаночную мы делаем накид от себя. Провязываем изнаночную. Накид надеваем на изнаночную. И следующую петлю также мы теперь должны закрыть. Таким образом. Тогда у нас резиночка будет эластичная. Опять, если лицевая накид на себя, провязали лицевую, одели накид на петельку и следующую петлю также надели. Подтянули ниточку. Опять, если у нас изнаночная, накид от себя. Провязали изнаночную. Надели накид. И еще одну петлю. Вот так. Видите, у нас тут получается. И таким образом мы закрываем все-все-все наши петельки. Встречаемся здесь. В конце, когда мы закроем и последнюю. Но ниточку не отрывайте. Мы еще шнурочки будем вязать с вами. Вот, закрыли мы наш край он вот такой эластичный что нас радует. Теперь мы будем а, вязать наши завязочки. Я предлагаю на эту спицу набрать еще три и связать айкордом. Раз, вот, прям вот как я делаю, так и делайте. Два. Это три петельки. И вот сюда, вот я пойду в бок. Вот И четвертую как-то надо нам достать. Набрали 4 петли. И здесь для удобства я перехожу на чулочные спицы. Мне так будет удобнее. Вы можете просто связать 4 петли, вязать, вязать, вязать поворотными рядами. И таким образом 25 сантиметров нам нужна завязочка. Оно и так будет прекрасно закручиваться в трубочку. Но я хочу сделать айкордом. То есть, смотрите, вот 4 петли, передвинула спицу, чтобы нить вот здесь была всегда у вас. И начинаю вязать. Первую я тоже провязываю. Здесь будем внимательны. Два, три и 4 подтянули ниточку опять спицу переставили вот эту ниточку сюда об сразу первую в этом случае петлю всегда провязываем обязательно подтягиваем наши все ниточки 2 3 И 4 первые два ряда сложно потом нормально вот и сзади у нас вот получается что все, -все время будете подтягивать и получится у вас такой шнурок 25 сантиметров нужно провязать опять сюда подтянули ниточку провязали. Туго не затягивайте, потом уже в конце мы все это поправим. 5, 2, 3 и 4. Вот 25 сантиметров нам нужно провязать. Вяжем. Все, нашу веревочку мы закончили. Вот такая она получается, шнурочек. И со всех сторон косичка. Теперь нам нужно закончить. Все вот эти 4 петли мы должны закрыть. Да, будет сложно что делать. Если есть крючок, подденьте крючком. Все. Вот так это получается. Теперь здесь мы обрезаем нашу ниточку это достаточно. И вот эту ниточку через петельку. Продеваем вот таким образом и вот так затягиваем. Набираем 4 петли. Раз. Здесь раз. Два, три и четыре. Все, набрали. И начинаем здесь вязать. Оставьте побольше кончик, чтобы потом можно было удобно вам его спрятать. Также провязываем наши 4 лицевые петли. Раз, два, три и четыре. Вот так. Здесь обязательно подтянули все, затянули, чтобы у вас ничего никуда не выскочило. Все, перенесли спицу, передвинули начинаем вязать наш айкорд шнурок также 2 3 4 и опять то есть вот так передвигая спицу мы с вами вяжем наш шнурочек 25 сантиметров Ну и все, когда связали нужное количество, также берем и наши 4 петли закрываем. Все. И тоже обрезаем ниточку. Через петельку ее продеваем. Туго затянули. Все распрямили хорошо, чтобы у вас все было красиво аккуратно. И теперь... Вот эту веревочку также из-под низу, изнутри. И закрываем. Все, обязательно поправьте, чтобы ничего нигде у вас не было. Трезали. И снова вот так, чтобы она туда спряталась. Все. Такая шапочка у нас готова с вами. Вот она, с завязочками. И здесь нам тоже нужно с вами спрятать. Я сделаю вот таким образом: на один узелок завяжу, и здесь я просто изнутри все это дело спрячу. Они уже тоже не распадутся никуда. Раз. И вот сюда вот я пойду, в сторону прятать а, наших с вами завязочек. Так вот. И туда тоже вовнутрь. Пройду вовнутрь. И нашу веревочку вот так вот протяну. И отрежу. Скажем так, потаенное место, где можно спрятать. И этот конец также спрячу вовнутрь. Здесь сделаю так. Крючок продену. Захвачу ее. Все. Обязательно растяну, чтобы все было аккуратно спрятано. И спрячу. Важные моменты я обязательно отмечу на видео. Вот такой чепчик у нас связался. Что скажете? Оставляйте комментарии, пишите, посмотрим, поняли или нет. Обязательно вам помогу. Если что-то непонятно, еще раз пройдемся. Вот, вот такой он у меня вышел. После ВТО оно, конечно, станет более мягким, аккуратным. И вот такие завязочки у нас получились. Вот такая шапочка чепчик еще раз хочу напомнить вам что я вязала из пряжи джинс от бренда astra цвет у меня был 550 светло-голубой пряжа замечательно подходит для детских изделий и также у меня спицы для меня это открытие спицы у нас от хобби про напомню что это тройка на 80 сантиметров тросик у нас металлический оказались спицы очень удобные. К сожалению, данный чепчик мне примерить не на кого, потому что моему малышу уже 6 лет. Это все связано в подарок, поэтому буду ждать ваши хвасты в готовом виде к себе в личку. Координаты обязательно оставлю. На пряжу, которую я использовала и спицы, также ссылочки я прикреплю в описании к видео. Все, на этом я с вами хочу попрощаться. Желаю ровных петелек. Не забудьте, остались вопросы. Пишите в комментариях. Пока-пока, до новых встреч.